субботу, 30 января, в 21:00 на телеканале «Украина» показали второй выпуск популярного шоу «Маска». Также в конце эфира раскрыли персону, которая выступала под маской крапанки. Это была украинская актриса, режиссер Оксана Байрак. Знаменитости выходили на сцену в интересных костюмах и демонстрировали свои выступления. Так, первым на сцену вышел буряк, настоящий великан, высота которого достигает 3,5 метра. Участник исполнил известную украинскую песню «Смерека». Вокруг его личности развернулась жаркая дискуссия. Судьи сказали, что под маской буряка может скрываться Виталий Козловский, Александр Усик или Андрей Пятов. Второй участницей стала фантастическая бабка. Она исполнила известную песню Мерлин Монро «I wanna be loved by you». Судьи предложили, что под этой маской может скрываться Маша Ефросинина, Елена Кравец, Алена Шаптенко или Злата Огневич. Третьей на сцену вышла игривая крапанка. Она выступила с песней Верки Сердючки «Дольче Габбана». Судьи подозревали, что под маской скрывается Екатерина Осадчая или Алена Алена. После этого на сцену вышел мужественный носорог. Он выступил с песней «Антонио Бандерас». Судьи думали, что под маской носорога скрываются Михаил Кукуюк, Александр Усик, Александр Пономарев, Иракли Макацария или Фагот. Далее на сцене появился магический мальфар. Он исполнил песню Аллы Пугачевой так же, как все. Мнения судей, кто скрывается под маской, разделились. Они предложили, что это может быть Михаил Кукуюк, Богдан Бенюк или даже Николай Тищенко. Затем на сцене появился милый циклоп. Он исполнил песню «Каска» свято. По мнению судей, под маской скрывается Павел Зибров, Алина Гроссу, Алена Алена или Джерри Хейл. Также на сцене шоу выступала роскошная Пава. Она исполнила легендарную песню «Парватик Хан» «Джимми, Джимми, Джимми, Аджа». Судьи предполагали, что это может быть Камалия. Последним участником второго выпуска шоу был великолепный Лев. Он выступил с песней Александра Пономарева «Я люблю только тебе». Судьи отметили, что под маской может скрываться сам Пономарев, Святослав Вакарчук, Андрей Хлывнюк, Дмитрий Шуров или Филипп Киркоров. В конце шоу стало известно, что зрители больше проголосовали за то, чтобы узнать, кто же скрывается под маской крапанки. Как оказалось, это была украинская актриса-режиссер Оксана Байрак. Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, Дзидзио и Андрей Винник, ведущий проекта Владимир Остапчук. А помните, в предыдущем проекте «Маска» первым покинул шоу участник в образе буйвола. Им оказался украинский певец Олег Винник. Подписывайся на канал и будь в курсе событий известных.